для того, чтобы она совсем уж выражала сегодняшнее мое самочувствие, я чуть-чуть там вставил несколько слов от себя. Владимир Семенович, думаю, меня простит, тем более, что по моему глубокому, не то что убеждению, а какому-то ощущению, он и сам бы исполнял эту песню приблизительно с тем же чувством, что и я сегодня. Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я, повремени, повремени, утро мудренее, а? Но и утром все не так, а нет того веселья, то ли куришь натощак, то ли пьешь с похмелья. Эх, раз, еще раз, то ли пьешь с похмелья. В кабаках зеленый штоп и белые салфетки, рай для нищих и шутов. Манеж, как птицы в клетке в церкви, смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Эх, раз, еще раз, все не так, как надо. Я тогда на гору в добрый час, да здравствует Россия! На горе стоит Донбасс, а под горою Сирия. Хоть бы склоны ведь плющом, а не доходят руки, ну хоть бы что-нибудь еще вместо этой скуки. Эх, раз, еще раз, хоть бы что-нибудь еще. Я тогда на речку вдоль реки, я тогда на руку вдоль реки, света тьма не от Бога, в чистом поле васильки, и дальняя дорога вдоль дороги ленстой с мамами и гами. В конце дороги той плах с топорами, гадят окони, пляжут в такт, нехотя и плавно, вдоль дороги все не так, а в конце подавно, и не церковь, и не кабан, и ничего не свято. Все не так, ребята. Эх, раз, все не так. Еще раз, все не так. Еще вновь.